В минувшую субботу в КФУ прошел ряд мероприятий, посвященных 210-летию университета. День начался с второго заседания Международного научного совета КФУ. Следует напомнить, что Международный научный совет был сформирован еще в начале года в связи с участием КФУ в проекте по вхождению России в топ-100 мировых рейтингов вузов. В его составе 13 известных ученых со всего мира, партнеры КФУ в различных областях науки. На мероприятии обсудили итоги реализации программы повышения конкурентоспособности КФУ в 2014 году, реализацию плана мероприятий по привлечению талантливой молодежи в Казанский университет, план работы Международного научного совета в 2015 году, участие КФУ в крупных международных научно-исследовательских проектах и многое другое. Новый спикер Международного совета КФУ поделился своими впечатлениями о прошедшей встрече. Если первая встреча Международного научного совета в январе этого года была посвящена лишь изучению ситуации, то сейчас мы уже смогли рассмотреть произошедшие изменения. То, что мы здесь увидели, действительно производит впечатление. Например, новое здание химического института. В прошлый наш приезд его еще не было. Или широкая область применения нового оборудования. Все это демонстрирует фантастически быстрое, динамическое развитие университета. После заседания состоялся объезд президентом Республики Татарстан Рустамом Минихановым строящихся в университете объектов, новых корпусов Химического института имени Бутлерова и Института геологии и нефтегазовых технологий. Лилия Равилова, Руслан Уразаев, Универньюз.